Всем привет, мои дорогие. Доброго времени суток. Прошу прощения за голос. Сейчас утром, я возвращаюсь домой. Нет, я не утром возвращаюсь домой. Просто утром я ходила по делам. И вот сейчас как раз-таки иду домой. Сейчас переверну камеру и пообщаемся немножечко. Расскажу вам новости. Ребятки, иду, у нас тепло на улице. Тишина прям такая. Утро 10 часов сейчас. Вот, никого нет. В общем-то, что хотела вам сказать. Завтра мы с мужем уезжаем. Я не буду вам говорить, куда. Я пока не буду ничего рассказывать. Пусть сохранится интрига. Но я хочу сказать, что завтра у нас уже начинается наше путешествие. Новое путешествие, в которое я обязательно возьму вас с собой. То есть я буду вам показывать все как обычно, но пока не хочу рассказывать, куда мы едем. То есть вы будете узнавать обо всем уже поэтапно в моих видео. Поэтому не пропускайте новые видеоролики, друзья. Кто еще не подписан, подписывайтесь. Я надеюсь, что будет интересно не только мне, но и вам. Вот так вот мы решили внезапно, можно сказать, уехать. У нас уже были планы до этого, мы как бы хотели, мысли такие были, но не то, что планы, а просто мысли в голове, что нужно еще сделать одно такое путешествие, съездить. Но мы не знали, когда лучше это сделать. То есть в этом году или, может быть, все-таки перенести на следующий. Но решили, что поедем все-таки теперь уже вот сейчас, вот завтра уже выезжаем. Не знал никто, то есть как бы и сейчас еще не все знают, даже близкие, о том, что мы уезжаем. Но дело в том, что мы эту поездку, как я уже сказала, особо не планировали. То есть я даже вещи какие-то, что-то, что мы будем брать с собой, наше путешествие, я... ну вот то, что, наверное, сегодня соберу... И немножечко уже собрала вчера. То есть как бы вот так. Вот такая у нас будет поездка. Внезапная, можно сказать. Практически спонтанная. То есть я думаю, что нужно иногда, хотя бы иногда, в такие путешествия отправляться. Не когда ты все планируешь заблаговременно, да, там за несколько месяцев, а то и за год. А вот как раз-таки, когда вот так внезапно, так, мне кажется, даже интереснее. В общем-то, как-то вот так. Друзья мои, я хотела поблагодарить вот отдельно, прямо сейчас, поблагодарить всех моих подписчиков, всех моих зрителей, всю мою аудиторию, которая положительно ко мне относится, которая настроена, то есть как бы с позитивом. Огромное вам спасибо за ваши чудесные комментарии на Дзен-канале. То есть я и не ожидала, что... как бы будет такая реакция от подписчиков, от читателей, от зрителей, что вы настолько меня любите. Мне, правда, очень приятно. Я даже не знаю, не ожидала. Вот душу тронуло очень сильно. То есть такой поток комментариев был. Недавно у меня вышла публикация, статья. И если кому-то интересно, кто наблюдает за развитием моего Дзен-канала, я ссылочку внизу вам оставлю в инфобоксе, вы посмотрите, то есть вы все поймете сами. А объяснять ничего тоже не буду. Тот, кто смотрит, кто читает, он понимает, о чем я говорю. И я очень-очень вам благодарна. Вот от души, правда, огромное спасибо за поддержку, за понимание. Мне безумно приятно. Это я сказала для тех, кто смотрит видео на YouTube-канале, а для тех, кто смотрит на Дзен-канале, ссылка вам не требуется, то есть вы уже на Дзен-канале, и вы можете посмотреть мою публикацию. Она вышла совсем недавно. В принципе, я сейчас стараюсь чаще писать статьи, почаще вам все рассказывать, показывать. Думаю, что так будет информативнее и интереснее. Вот так вот иду, смотрю уже, как бы действительно ощущение такое, что лето закончилось. То есть, ну, видно даже уже, природа как бы немножечко начинает засыпать. Ну, еще рано, конечно, об этом говорить, но все равно уже ощутимо и очевидно. Видите, вот такие у нас улочки в нашем городке. Я уже, кстати, практически дошла
чуть-чуть осталось, совсем чуть-чуть. И сейчас я буду дома. Заодно вот пока иду, я решила поболтать немножечко с вами, рассказать новости и поблагодарить также. Мамочка. Запасы на все случаи жизни. Да, не так уж и много чего. Подумаешь, что? Это не к чаю. Это вообще не сладкий. Буду.